Итак, приз основан на старте. И на старт. Ой-ой-ой, ветролом что устроил? Стартовал далеко-далеко сзади. Нимбус ожидаемым образом под седлом Далима Бенджиева вырывается вперед. Сдерживать Далим его не собирается. Он поедет на силу и будет отрываться. И как далеко он оторвется. И хватит ли того задела ему для того, чтобы победить? Мухарам идет вторым. Гнаться за Нимбусом — это самоубийство. Муслим Гасанов это понимает, поэтому едет по себе. Как будто Нимбуса здесь и нет. На третьем месте соконюшенник Нимбуса Дублин Терск. На четвертом месте первый номер Джильтин. И далеко-далеко сзади скачку замыкают Мирзабек Капушев и Ветролом после крайне неудачного старта. Ну сколько корпусов уже себе сделал Нимбус? По-моему, корпусов, наверное, 25, я бы так сказал. Очень далеко отрывается Нимбус. Эксперимент. Корпусов, наверное, 30 уже. Я не знаю, можно уже столбы считать. Корпусов 30, корпусов может быть даже 35. Тут надо давать пересопнуть. Начинает потихоньку замедляться Нимбус. Отрыв он создал себе очень огромный. Далим Беджиев оглядывается назад. Даст пересопнуть. Вот тут Нимбус тормозит. И понятно, что по-другому не получится. Надо дать пересопнуть. Но с другой стороны, вот он поворот. А отрыв по-прежнему гигантский. Просто гигантский. Смотрит назад Далим Беджиев. Если кто-нибудь на дистанции атаки, берется даже за хлыст. Подъезжают постепенно его соперники, но уж больно далеко бежал Нимбус. Итак, выход на финишную прямую. Ну что же, тает на глазах интервал между ним и преследователями. Но он по-прежнему достаточно велик. Успеет или нет по финишной прямой Мухарам? Отрыв Нимбуса тает на глазах. Подъезжают к нему лошади Мухарам и Джильтин. И вот он пошел, Мухарам. И Мухарам выходит вперед. Мухарам возглавил скачку по финишной прямой. Мухарам лидирует, Джильтин на второе. Нимбус спекся. Мухарам приближается к финишу и выигрывает приз Асуара. Мухарам первым, Джильтин вторым, Нимбус лишь третьим, Дублин четвертым.